отдохнуть от идиотов. Не получилось. Ты придурок. Никто тебя тут не ждет, кроме нас. Привет от Малфоя. Ага, врежь ему. Попался. А кто убили? Дай-ка мне! Ну что, Поттер, будем драться? Малфой. Там, где ты не найдешь его. Ты не должен был говорить ему этого, идиот. Неважно, ему отсюда не выбраться, да? Крэб и Гойл на тебя напали. И что в этом странного? Малфоя с ними не было. Иногда он вообще исчезает с карты мародеров. Смотри. Соскучился по нему. То есть он не мог вот так исчезнуть? Или мог? Наверное, Гермиона права. Нужно забыть о Малфое и сосредоточиться на Слизнорте. Но как мне вытянуть из него воспоминания? Я даже не знаю, что такое Крестраж. Рон! Красивая, правда? Луна. Ну да. Я все время думаю только о ней, Гарри. Я люблю ее. Как ты думаешь, она вообще догадывается о моем существовании? Еще как! Вы же с ней все время обнимаетесь. Обнимаемся? Я никогда не обнимался с Рамильдой. С Рамильдой? Ты ел эти конфеты? Мне их подарила Рамильда Вейн, и они пропитаны приворотным зельем. Рамильда? Гарри, ты с ней знаком? А можешь меня познакомить? Да, она в кабинете Слизнорта. Да, точно, она сейчас там. Пойдем. Рон, привет. Сделал домашнее задание по зельеварению? Гермиона, ты девушка. Странно, что ты это заметил, Рональд. Что лучше подарить Рамильде? Цветы? Шоколад?
Не обращай внимания, это приворотное зелье. Я веду его к Слизнорту. Чтобы познакомить меня с Рамильдой. О, Рамильда. Отстань от меня. Гарри хочет меня познакомить с Рамильдой Вейн. Бон-бон? Я все объясню, но потом. Пойдем, Рон. Простите за беспокойство, сэр. Мне нужна ваша помощь. Где она? Что случилось с Уэнби? Уизли, сэр. Рамильда. Какое милое имя для милой волшебницы. Он случайно выпил приворотное зелье. Понимаю. Заходите. В моем саквояже как раз есть все необходимое. Приготовить противоядие не составит труда. Думаю, лучше сделать это быстро. Мой мальчик. Вы неплохо справляетесь. У вас талант. Гарри, мы же скоро совсем задохнемся. Отлично. Чудесно, чудесно. Экстракт лирного корня. Разгоните-ка дым, мой мальчик. Bye.
Вот, юноша, вам надо взбодриться. Что со мной было? Любовное зелье. Как-то мне плохо. Выпейте это. Не откажитесь от стаканчика, Гарри. Рон? Рон! Профессор, помогите! Что? Что? Отравили? Его отравили? Безуар! Блестящая мысль! Вы спасли Уинби жизнь, Гарри. Случайно не знаешь, какое зелье спасет Рона от лаванды Браун? Как удачно ты вчера вспомнил о Безааре. Хорошо, что он оказался под рукой. Матч с Пуффендуем сейчас начнется. Встретимся на стадионе. Закрыто. Придется искать обход. Привет, Ник! Ну что, Гарри, теперь все в порядке? Пуффендуйцы ждут тебя на стадионе. Удачи! Красный Кадоган. Доброе утро. Как раз время завтракать. Я так проголодалась. Ложь, я знаю, они существуют. Я слышал, Уизли в больничном крыле. Да, он... Вам нужен новый вратарь. Я был лучшим на пробах, так что берите меня. Лучшим был Рон, но сейчас у нас нет выбора.
Гарри отталкивает Роуса! Великолепная игра! Вы молодцы! Говорил же, надо было брать меня. Рон скоро вернется из больничного крыла. Тогда он снова встанет на ворота. Да, прости, Маклаген. Отлично сыграли. Расскажи еще раз, как мы поссорились с Лавандой. Ты не подумай, я рад, что у нас все закончилось. Просто она так расстроилась. Неужели ты ничего не помнишь с той ночи? Ну правда, Рон. Я не виноват. Я был отравлен. Наверное, это побочный эффект. Ну, не только тебя выписали из лазарета. Кэти Белл тоже вернулась. Я ее видела в большом зале. Теперь мы узнаем, кто дал ей это ожерелье. Она скажет, кто наслал проклятие. Это правда, что Кэти Белл вернулась? Да, ее выписали из больницы Святого Мунка. Я ее видел. Кстати, неплохо выглядит. Она сейчас в большом зале. Хочешь увидеться с Кэти Белл? Иди скорее в большой зал. Может, она еще не ушла? Привет, Гарри. Пришли. Удачи тебе. Как ты, Кэти? Подожди. Я знаю, ты хочешь спросить, кто наложил на меня заклятие. Но я не помню. Пытаюсь вспомнить. И не могу. Что ты задумал? Отстань от меня, Поттер! Thank you.
Наружуцы! Сектон Сенсор! Не трогай! Не смей трогать меня! Вам нужно в больничное крыло. А вы, Поттер, откуда это заклинание? Я прочитал его в книге. Ложь! Соберите ваши учебники. Все учебники. И принесите сюда немедленно. Я отдал Снегу книгу Рона. И ты испытывал на Драко заклинание, действия которого не знал? Я не хотел, он напал на меня, и я просто... Ты должен избавиться от книги, и я знаю, где ты можешь ее спрятать. Выручай комната. Если нужно что-то спрятать, это самое надежное место. Закрой глаза. Вот. Теперь ее никто не найдет. Гарри, у меня тоже есть секрет. Так вы с Джинни сделали это? Что? Спрятали книгу. А, да, где-то в выручай комнате. Даже я не знаю, где она. Что ж, умнее ты ничего не придумал. Испытывать неизвестные заклинания на людях. Да знаю я. Тебе надо сосредоточиться на выполнении задания Дамблдора. Пока что удача тебе не улыбнулась. Нет, но ведь удача — это... Пришло время удачи. Ну, как ты себя чувствуешь? Отлично, вообще-то прогуляюсь-ка я до теплиц. Ты должен найти Слизнорта, Гарри. Не волнуйся, я знаю, что делаю. По крайней мере, Феликс знает. Мне пора навестить Виолетту. Умненько, ничего не скажешь. Напасть на Драко. Он собирался применить ко мне Круцио. А мы сейчас тоже кое-что применим. Остолбеней! Не стоит драться со мной сегодня. Остолбеней! Он сделал что-то. Я не могу его ударить. Я с ним справлюсь. В следующий раз тебе не повезет, Поттер. А мне не нужна удача, чтобы побить вас.
Это ядовитая тентакула. Клянусь бородой Мерлина. Ее листья очень ценны, не так ли? Да, разумеется, я вовсе не собираюсь их продавать. Мой интерес чисто академический. Да и за них много не выручишь. Вы пробовали удобрить их драконьим навозом? Думаете, это поможет? О, да, думаю, сработает. Попробуем? Потрясающе! Вы еще и знаток травологии, но вам не положено бродить по ночам, Гарри. Вообще-то, сэр, я иду в гости к Хагриду. Мне очень жаль, но я не могу позволить вам гулять по территории замка в одиночку. Что ж, сэр, тогда проводите меня. Гарри, я знал, что ты придешь оплакивать старину Арагога. Он был мне другом. Арагог? Это гигантский паук Акромантул. Он жил в лесу. Хагрид считал его другом, хотя тот и пытался меня сожрать. Он был таким добряком. Хагрид, не хочу показаться бестактным, но яд Акромантула очень ценен. Вы позволите мне взять немного, а потом, может быть, сказать несколько слов об усопшем? О, Рагок, мне будет так тебя не хватать. Прощай, Арагог, царь арахнидов. Пусть твое многоглазое потомство процветает вовек. Я пью в память о друге. Я сожалею о вашей потере, Хагрид. За Арагога! Знаете, почему я выжил? В ночь, когда Волан-де-Морт убил моих родителей. О, не нужно, мой мальчик. Ваша матушка, о, она была моей лучшей ученицей. Она отдала свою жизнь ради меня, ради всех. Профессор, я вам скажу, это правда, я избранный. Только я могу убить Волан-де-Морта. И мне нужна ваша память, чтобы мамина жертва была не напрасна. Вот, только не думайте обо мне слишком плохо. Вы не знаете, каким он был даже тогда. Думаю, Дамблдор захочет увидеть вас и мои воспоминания.